Потому что его бесстыдное поведение, ну, допустим, поведение моего пьяного друга, да, что-нибудь там с ним сотворилось, или кому-нибудь что-нибудь он там, там сказал, пошел. Его, он залил свое чувство стыда, он не ощущает этого стыда, и тогда этот стыд ощущаю я. Или тот, кому он говорит. Но кто-нибудь обязательно ощутит этот стыд. Поэтому бесстыдное поведение, оно только называется бесстыдным. Стыда там ровно столько, сколько его должно было быть.